Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. На встрече внесли изменения в бюджет муниципалитета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. А также утвердили адресную программу реконструкции и развития территории нескольких микрорайонов в городе Люберцы. Согласно решению Совета депутатов, доходы бюджета городского округа Люберцы на 2017 год будут увеличены почти на 103 миллиона рублей. Это связано с изменениями безвозмездных поступлений. Субсидии предложили уменьшить на сумму 5 миллионов рублей, а именно обеспечение программными комплексами школ и уменьшение расходов на приобретение программного комплекса для МФЦ. Эти средства будут предусмотрены в бюджете 2018 года. Что касается субвенций, предлагается увеличить в сумме 106 миллионов 471 тысяча. Расходы, связанные с компенсацией проезда, учебы и обратно, отдельной категории обучающихся, уменьшаются на 15 тысяч рублей. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей увеличивается на 6 тысяч рублей. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход в детских дошкольных учреждениях уменьшается в сумме 11 миллионов 817 тысяч рублей. Далее на заседании Совета депутатов рассмотрели вопросы о внесении изменений в бюджет города Люберцы, а также поселков Октябрьский, Томилино, Малаховка и Краскова. Все внесенные предложения народные избранники одобрили единогласно. Кроме того, по итогам публичных слушаний депутаты приняли две муниципальные программы по реконструкции и развитию застроенной территории микрорайона 92-93 на 2018-2025 годы. В соответствии с были проведены публичные слушания на данной территории. Участвовало более 160 жителей. Обсуждение было жарким. Ну, в конечном итоге самые главные вопросы были у жителей, какие параметры предоставляемые площади, было все разъяснено. Также по программе реконструкции решено снести 12 домов на улицах Новая и Зеленая. По словам Сергея Таневского, в результате этой работы 345 семей улучшат свои жилищные условия. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.